Женщины-программисты поборются за грант на обучение в столичной школе высоких технологий. Участвовать в конкурсе смогут желающие стать IT-специалистами из стран СНГ. Победительницы конкурса получат полное финансирование обучения в школе программирования на платформе из Кремниевой долины. Они освоят такие востребованные IT-направления, как веб-разработка, анализ данных и разработка программного обеспечения абсолютно бесплатно. Соискательницам нужно будет написать мотивационное эссе, а после пройти собеседование. Как сообщили МФЦА, отбирая конкурсанток будут учитывать не уже приобретенные навыки, а скорее сильное желание постичь новые знания. То есть испытать свое счастье могут даже те, кто с нуля собирается осваивать современные скиллы. Опыт передовых учебных центров программирования смогут получить лишь 20 участниц, тогда как заявки уже подали более 100 человек. Согласно данным Всемирного агрегата школ программирования по всему миру, который называется Course Report, количество женщин увеличилось с 32% до 49%. По всему миру это такая статистика. Мы хотим, чтобы и в Казахстане у нас тоже увеличилось количество девушек, женщин в этой индустрии, поэтому мы открыли этот конкурс. Перспективы трудоустройства очень большие. Уже сейчас за нашими выпускниками стоит очередь из действующих компаний казахстанского сектора, так и международных компаний. Победительницы, кстати, будут учиться дистанционно. Сама программа продлится 9 месяцев. Участницы, которые получили гранты на обучение, должны запланировать в своем графике не менее 20-40 часов в неделю. Отметим, сам процесс проходит по методике активного обучения. Студенты, по словам специалистов школы, находят ответы самостоятельно и делают проекты совместно.